Приветствую вас. Вы знаете, не очень понятно, к кому вы обращаетесь, но с точки зрения психологии вот своего мужчины нет. И вообще не очень понятно, как можно того же мужчину и то же счастье воспринимать исключительно с точки зрения личного аспекта. Ну, просто потому, что есть более такие общие и более такие ценные вещи, как, например, ценность человека, допустим. И в этом, наверное, ваша основная трудность в том, что вы хотите личного счастья. Вы считаете, что личное счастье, оно, вот знаете, какое-то такое обособленное. Хотя на самом деле это не так. Личное счастье, оно не обособленное. Оно составляет ваше счастье, но вы ответственны за него, за свое счастье сами. То есть вам никто не нужен для этого, для того, чтобы быть счастливой. Вот. В том числе и личностно. Вот. Просто вы, вероятно, как-то вот с этим не согласны, вы, вероятно, считаете, что это не так, вы, вероятно, думаете, что по-другому. Вот. Но на самом деле нет. Вот. Поэтому в первую очередь здесь, я думаю, вам можно ответить так. А с другой стороны, если что-то не складывается в личных отношениях, то вполне может быть, что-то вы делаете не так. Вполне может быть, что-то вы делаете не так. Как-то не так выстраиваете отношения с мужчинами. Вот. Ну, в этом случае нужно сделать анализ вашего поведения с мужчинами, и я думаю, тогда уже будет более понятно, что вы хотите, вот, будет более понятно, что вам нужно, будет более понятно, какую часть, какой элемент вашего поведения нужно подкорректировать для того, чтобы все было лучше. Вот. А вот, в принципе, то, что можно вам, наверное, сказать пока что. То есть это вот такая позиция. Вот, она может быть не совсем эзотерическая, она больше такая психологическая, да, то есть это вот то, как вам воспринимается, в том числе, мужчина, это то, как вы видите мужчин, это то, как они вам видятся, вот. И, значит, именно с этим нужно работать, именно с этим нужно взаимодействовать. То есть вот с тем,
как вы воспринимаете мужчин, вот. А именно. И когда из этого уже двигаться. Ждать кого-то. Я не думаю, что это хорошая идея. Почему я не думаю, что это хорошая идея? Потому что здесь присутствует, на мой взгляд, некоторая пассивность, вот, ну, ваша пассивность, вот, в пассивности нет ничего хорошего, да, то есть просто кого-то ждать — это не та позиция, которая вам принесет, ну, позитив какой-то, вот. Напротив, это может быть скорее такая вот негативная история, что вы будете ждать, и ничего не получится из этого. И вы просто будете переживать какое-то вот разочарование. Я не думаю, что это хорошо для вас. Вот. Поэтому, на мой взгляд, можно сделать анализ, можно проанализировать, что именно у вас не получается, можно проанализировать, что именно вы не можете, ну, что именно вы не можете реализовать в отношениях с мужчиной, вот. И после этого, я думаю, что ситуация будет более чем ясна для вас, более чем понятно, вот. И, соответственно, никакой мистики, как бы, здесь нет. Ничего мистического здесь нет. Вот. А слово совсем, да. А слово совсем. А слово вообще. Здесь ничего абсолютно мистического нет, в принципе. Вот. Ну да, другой вопрос. Хотите ли вы этим заниматься? Конечно, потому что вполне вероятно, что вам этого не особо хочется. Но это уже вопрос больше к вам. Да, это больше вопрос к тому, как вы организовываете свою психологическую реальность, скажем так. Вот, на этом все, я полагаю, в принципе. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку под Ротамыч. Не перекладывайте ответственность за свою жизнь на других людей. Только вы можете знать, что вам нужно. И как нужно. Вот. А психолог может вам помочь вам разобраться в том, что именно вы делаете в противоречие себе.
Вот, но первый вопрос, который нужно задать, это для чего вам, собственно, мужчина? Почему вы так активно пытаетесь наладить, например, личную жизнь, а не направить свои силы, скажем, в сторону реализации, своих неких ценностей духовных, да, и прочее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.